Что-то беспокоит? Я хотела отыскать сокровище для Ксении, но у меня похитили табличку с ориентирами. Полагаю, ты хотела бы вернуть ее. Дело в том, что ее украл правитель Каресии, изгнанный Ксенией из города. У них перемирие, пиратам нельзя его нарушать. Тебе повезло, что я не пират. То есть ты поможешь мне? Тебе тоже кое-что перепадет. Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Смешного Зарбаба. Мы продолжаем проходить игру Assassin's Creed Odyssey. Думаю, я смогу достать табличку. Наконец-то Посейдон послал мне удачу. Куда мне нужно? На ту сторону острова. Табличка в доме правителя. Отнеси ее моему другу в деревню Паеса, что находится неподалеку. Дом правителя рядом с Паесой? Да, к югу от деревни. Где Паеса? На восточном берегу острова Кеос. Я найду твою табличку. Ксения будет рада. Возвращайся скорее. Ну, мы знаем уже, где дом предводителя, поэтому... быстренько добежим. Благо, пираты меня не трогают, это хорошо. Так, задание рядом. Какие у нас задания могут быть рядом? А, Ксении заплатить. Да подожди, пока еще денег нет. Пока еще нет денег. Похоже, карта здесь. Карта здесь. Блин, кабаны опять. Прям остров каких-то кабанов. Так, мне нужно убить капитана. Если меня тут заметят, будет плохо. Давай постараемся сделать так, чтобы тебя не заметили. Серьезно? Серьезно, блин, чертов кабан. Вот собаки. Да слезь ты аккуратненько. Вот то, что ей нужно. Так, но я нашел не все, да? Умри! Ты, может быть, будешь драться сегодня, нет? Все, расслабься. Согласен. Поэтому я и не бегаю. А, он как раз, наверное, сюда бежит.
Да? Малака. Подождем. Может, поближе подойдет. Ничего личного, друг. Все лишь работа. Ну давай. Вот и все. Так, квест сдать в ту сторону. Все это так скучно. Что ты здесь делаешь? Кто? Я? Просто была неподалеку. А что с твоим другом? Он не смог прийти. Срочные дела. Поэтому я тут вместо него. Вот как. Табличка у тебя? Сначала я хочу получить свои драхмы. Безусловно. Мне по душе мужчины, вроде тебя. Спасибо. Вот табличка. Превосходно. Теперь мы можем приступить к делу. Что у нас здесь? Очень интересно. Сокровище спрятано в минойских развалинах. Под водой. Не умеешь плавать? Я пират. Умею, и неплохо. Но вот акул не люблю. О, значит, тебе мешает трусость. Зачем мочить ноги, когда для этого есть отважный наемник? Ну хорошо. Я не отказался бы от приключения. Обещаю, это приключение ты запомнишь надолго. Пронзи меня, Посейдон, своим трезубцем, если я вру. Хорошо, я помогу тебе достать сокровище. Знала, ты не сможешь устоять. Наконец-то Посейдон послал мне удачу. Так куда мне идти? Возьми этот ключ и ступай в южную часть Кеоса. Там ты и найдешь руины. Он липкий. Это что, кровь? О, нет. Наверное, гранатовым соком запачкала. Поспеши, время не ждет. Гранатовым соком. Что это за сокровище? Поскольку речь идет о древних руинах Кунастроса, должно быть, это редкий артефакт из далекого прошлого. Что ждет меня на дне? Стая акул, охраняющих сундук с сокровищем. Он находится в самом сердце острова. Ну, будь это легким делом, ты бы справилась сама. Как я пойму, что оказался в нужном месте? Найди забытый сад Вакхелида, руины южнее. Хоть они и под водой, их видно с берега. Я достану сокровища. Хорошо. Так, одно здание выполнено, мы не воры. И новое. Мы искатель сокровищ. Заполучить утерянный артефакт. Я что-то потерял. А, вон, 800 метров. Фобос. Есть работа для тебя. Восемьсот метров бежать не вариант. Я могу, кстати, этот регион уже отдать Спарте. Акрополь Карфеи. Так, подожди. Стой пока здесь. Акрополь. Тут что-нибудь есть полезного в этом Акрополе?
Ну да, сундук-то по идее должен быть. Ну слезь ты с коня. Воровство! Воровство! Давай, Фобос. Сейчас сюда этот еще прискачет. Давай. Наемник. А, все, лошадь плавать не умеет. Окей, я понял. 270 метров, ну ладно. Я думал, здесь есть мелководье. Придется пробежаться. Тут как раз еще недалеко знак вопроса. Давайте посмотрим, что это. А, вообще-то он далековато. О, сундук. Так, и 4 акулы, да? Но они вроде от того-то сундука далековато находятся. Величественный шлем. Это все пойдет у нас именно продажу. У нас нужно копить 15 тысяч, иначе мы никакую информацию не получим. Затонувший Минойский дворец. Блин, ну тут надо кислорода побольше. Ух, отлично. И кабанчики ждут как тут. Так, а мне надо что, получается, туда, что ли? Стоп. Она на корабле? Давай тогда на лодку заберемся, да поплывем. Я что-то как-то не ждал, что она будет здесь. Подожди, они тут начали драться. Это что такое у нас? Да, вернитесь к Абели. Класс. Сейчас как бы квест не провалить бы. Давай быстрей. Поверну назад, пока не поздно. В смысле, пока не поздно? Эй! Ну блин, придется тут вокруг них плавать, пока они тут друг друга не побивают. Но у нее шансов никаких нет. Не думаю, что стоит плыть дальше. Так нам-то с тобой надо квест сдать, понимаешь? Ой-о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 й
Блин, ну это будет долго сейчас.
откуда взялся этот чертов корабль? Ну все, лодка у нас. Да. Ладно, давайте мы тогда сделаем вот что. Переместимся. Так. Теперь мне все заново, получается, надо будет туда скакать. Давайте тогда мимо знака вопроса, что ли. Как раз здесь их два. Блин, вот это была полная дуристика. Откуда он взялся? Ладно, тогда хотя бы два знака вопроса зачистим. Да, с лошадью здесь было бы, конечно, посложнее. Ну и что это за место? Заброшенная сторожевая башня. А, так тут еще и кто-то ее охраняет. Не стоит здесь оставаться. Почему копье только на вот нее не реагирует, а? Как-то все это интересно вышло. А здесь все, да? Ни сокровищ тебе, ничего. Не, ну Лёва мне не нужен. Хотя тут получается надо будет, скорее всего, с Лёвой разбираться. Пещера рычания, да. Убить вожака. Так, стоп. А мы можем напасть? Замечательно, молодец, промазал. Ну, класс. Хо-хо-хо, Лёва, опасный Лёва. Так, все, пещера зачищена. Жалко, на животных нельзя нападать сверху.
Все, наконец-то, блин. Еще Лева остался один. Он пока стоит спиной. Так, ладно, но здесь нет лодки-то теперь. А, не, вон лодка есть. Сейчас главное успеть бы добежать бы, сесть на лодку и доплыть. А то опять какие-нибудь появятся корабли. Они, кстати, очень далеко уплыли, блин. 470 метров, офигеть. Еще нельзя было поближе подплыть, что ли? Вон, кстати, тут. Начудил чудик. Странное место сдачи квеста. Очень странное. Главное сейчас лодку не разбить. Заплыву дальше, лодка перевернется. Не перевернется, максимум только это разрушится. А нам придется с тобой дальше плыть, потому что у нас вариантов нет с тобой. Так, здрасте. Друг мой, ты для нас словно дар Посейдона. Стараюсь. А теперь отдай мне артефакт. Драхмы, вперед. Не думаю. Ха, очень смешно. Давай деньги. И вправду смешно. Это мое ремесло, обманывать наемников. Зря я нырял к акулам. Это твой просчет, не мой. Ну тогда за это ты умрешь. Сделки не будет, а за обман тебя ждет смерть. Ничего не выйдет. Убить его! Оп. Сваливаем. Осталось только уплыть, и в принципе и все. Я думаю, пора всплывать, а то у нас сейчас кислород не закончится, непонятно где. Ну, музыка пока еще не стихла, наверное, все-таки мы... еще недалеко отплыли. Хотя, нормально, я уже даже не понял, где корабль, а вон корабль. Ладно, возвращаемся тогда обратно. Я еще не в ту сторону плыву вообще, красавчик. Давайте тогда... Лестрис, какой-то непонятный остров, но сейчас нам не до этих островов. Так. Давайте сходим к кузнецу и посмотрим, что мы сможем из этого продать. По идее, у нас как бы уже должно хватить деньжат. 110 метров. Ха, вопрос. А я, по-моему, там и не был. Да, это у нас со знаком вопроса. Там еще и задание есть. Стою. Все? Замечательно. Так, давайте сваливаем.
Бежим до кузнеца. Кстати, а мы с вами, получается, прокачали копье, а второй-то ярус у нас не появился. Ну-ка, ну-ка. Так, снаряжение. Что у нас тут есть интересное? Булава мародера меня не интересует, мы ее продадим. По луку. Ай, 24, но, к сожалению, не урон убийцы. Это тоже не урон убийцы. Они все на урон охотника. Хотя нет, тоже есть урон убийцы, 6%. Но здесь 8 и плюс еще 4. Вообще шикарно. Это, наверное, самый лучший лук. Значит, здесь у нас по головному убору. Ничто из этого не дает. Здесь тоже. По ноже тоже не дают. На продажу, значит, пойдут. Так, а что у нас здесь? Ключ от минойского сундука. Стоимость его, кстати, 8250. Неплохо. То есть я уже сейчас, кстати, могу уже у нее купить, в принципе, да, информацию. Ну да, его только на продажу. Так, наемники какие-то, меня это особо не интересует. Ну и по способностям. Я же прокачал кольцо, копье. А, так он уже разблокирован, второй ярус. Ха. Ну давайте, наверное, поставим в этот... Чтобы сменить селектор. А, блин, это тут получается... А как сменить-то? Какой кнопкой-то? Не понимаю, что за на клавиатуре что за кнопка. Вообще не понимаю. Ладно, я разберусь потом в настройках клавиатуры. Но второй ярус уже появился. Это хорошо. Давай тогда я продам. Здравствуй. Деньжата у нас теперь есть. Значит, мы теперь дальше можем продолжать разбирать. Хотя, в принципе, можно даже будет, наверное, все-таки прокачать. Спасибо. Тот же самый корабль. Ну что, готовь свои кармашки. Кого принес попутный ветер? Вот, это тебе. Ничто так не услаждает слух, как звон монет. Теперь говори, когда будут сведения? Я уже все узнала. Правда? Твоя Мирин скрывается под именем Феникс. Она была в моей команде, но потом наши пути разошлись. Пора отплывать. Кеос, твой дом. У меня есть свой замысел, своя цель. Вдруг ты никогда не найдешь то, что ищешь. Я не устану искать. Ты умелый пират. А ты замечательный друг. Помни меня. Какая же она здоровая. Ты знаешь, где она? Собрала команду и уплыла на юго-восток. Она была пиратом? Недолго. Почему ушла? Видимо, слишком увлеклась политикой, а жаль. Она знала толк в пиратском деле.
С тех пор я о ней ничего не слышала. Кеос далеко от Спарты. Как вы встретились? В море, давно. Она дала мне надежду, я ей свободу. Вместе мы были непобедимы. Как же она стала пиратом? Она из тех, кто всегда доводит задуманное до конца. Спасибо, я... Запомни, важно не место, а люди. Если ничего не найдешь, всегда можешь вернуться к нам. Феникс. Ну окей. Наверняка кто-то знает это имя. Возможно, кто-то и знает. Ну что ж, в принципе, тогда получается мы с вами на сегодня-то и закончим тогда. В следующей серии тогда мы будем выполнять эти вот два задания, которые у нас здесь есть на карте. А так, в принципе, получается, еще осталось здесь два знака вопроса. Ну и, в принципе, и все. Здесь мы полностью остров Кеос полностью исследуем. Так что на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте. Все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.